Развивая современные технологии, иркутские врачи не пренебрегают традиционными практиками. Так, о работе Центра восстановительной медицины и реабилитации отозвалась главврач Московской больницы номер 52 Марьяна Лысенко. В Иркутске она с рабочим визитом знакомится с проектами развития медучреждений при Ангаре. В центре есть успешные практики реабилитации, в том числе участников СВО. Также Марьяна Лысенко побывала в Иркутской областной клинической больнице. Там ей рассказали об опыте трансплантации органов человека. А в областной детской больнице ей, главе региона Игорю Кобзеву, показали новый ангиограф, закупленный по президентскому национальному проекту здравоохранения, и представили проект строительства нового корпуса учреждения. Мне кажется, это неправильно уже называть больницей. Да, это будет, я думаю, Всероссийский центр компетенции детской хирургии, детского здоровья. И, безусловно, эту историю нужно развивать именно в таком формате. И все для этого есть на сегодня. Есть и поддержка губернатора, есть и прекрасные специалисты, есть очень активный руководитель. Наша идея о том, что сделать действительно это как центр оздоровления наших детей Иркутской области, Российской Федерации, он вошел в топ 100 идей, которые сегодня будут дальше тиражироваться во многих регионах нашей страны.